Так, друзья, привет! Мы, короче, сегодня будем выбирать, что можно подарить на день рождения или вообще на любой праздник. Обычно американцы не дарят кэш, не дарят наличные, вот, и они дарят вот такую вот гифт-карточку. С деньгами она есть на всех, вот эти вот, на все рестораны, Red Lobster, Starbucks, да, там $15, $25, ну, за сколько вы хотите им дать. Вот, так как мы идем на детский день рождения, я сейчас куплю вот эту вот визы карточку. $50 это среднее вообще, что дарят, да, люди. Какую вы выбираете, вот эту серебристую или можно вот такую? Нет, серебристая, конечно, смотрится лучше, я ее возьму. Ну и также есть здесь все карточки другие, Google, Apple, вот, 50, 100. Здесь ты закидываешь от 10 до 500, какой ты хочешь. Это все на ваше усмотрение. Amazon и так далее. Значит, мы покупаем сейчас эту карточку за $50. Я вам скажу сейчас, почему я не люблю покупать эти карточки. Потому что, сейчас узнаете. Значит, они стирают этот код. Ты даешь, да? Ты так думаешь, вот $50 я купила и все. На самом деле нет. Ты платишь за это экстра. И вам сейчас я покажу, сколько. 5,95 за то, что они активируют эту карточку. Ну и примерно ты планируешь, да, допустим, подарить $50, а выходит 55,95. Сейчас посмотрим. А, еще могут быть плюс таксы. Сейчас мы посмотрим. Наша очередь здесь придет. Вот эти карточки можно купить везде. Это вот магазин продуктов. Вот цветы, продукты все. Овощи, фрукты. Все-все-все. И этот магазин, между прочим, считается даже очень недорогим. Так, что еще можно здесь показать? Это идет... А, здесь это идет, короче, уголь, да, по-нашему называется? Как на барбекю. Вот. Здесь идет вот эти стаканчики одноразовые, кетчуп. Все на подходе. Значит, Твикс у нас здесь стоит 1,29, кто любит. M&M то же самое. И все другие, кто хочет. Хотя Элмон Джон стоит 99 центов. И вот, и жвачки здесь стоят, допустим, Eclipse 1,69. Сейчас посмотрим, насколько у меня выйдет это все. Я вот просто не знаю, но ты забыла, таксы платятся, налоги или нет. Hi, how are you? Only this card. Я вам свой пин не буду показывать. Вдруг я потеряю карточку, и вы ее возьмете. Окей. Вообще платится, конечно же, через телефон, да? Но так как я снимаю... Окей, thank you, have a good day. Oh, yeah, thank you so much. Значит, вот, без налогов 55,95. И вот эта гифт-карточка, да, если... Вообще у нас все возвращается в Америке, поэтому вот это вот ресит, да, мы это называем, по-моему, это называется карточка или как. И, короче, да, вот смотрите, мы это прикладываем, когда мы дарим, чтобы вдруг они не хотят карточку, да. Они могут ее вернуть, прийти в магазин и взять, например, наличными или еще что-то.
Вот, поэтому всегда прикладывается этот ресит. Вот, ну, солнечная Калифорния. Поехали дальше. Оставайтесь со мной, буду снимать все, что вам интересно жизни в Калифорнии. Я хочу свой канал назвать, подписывайтесь, «Голос Калифорнии». Это будет California Voice. Okay, guys, see you later.